мы снова попали в этот жестокий, кровавый, безумный мир хаоса, сомнений, боли и душевных терзаний. Удачи! Вот и собор. Теперь надо найти путь в твою лабораторию, Симмонс. Не могу поверить, что он пошел на это. Несчастный город. Здесь необходимо расследование. Леон, значит, и тебя втянули? Надеюсь, тебе хватит на это сил. Поверь, Ада, ему хватит. Хотя... что уж тебе верить-то? Ты и сама это прекрасно знаешь. Ну, разумеется, ему пару раз понадобится помощь. Равно как и тебе. Так что давайте. Не бегать друг от друга. А вместе со всем этим делом разбираться. Как много всего полезного тут оставили. Ох, не нравятся мне эти места. Зачем открывать замок, если его можно сломать? Похоже, это мне пригодится. Еще как пригодится. Привет! Пора здесь прибраться. Давай приберемся. Почему нет? Времени у нас сейчас не в обрез, как было в прошлый раз. Почему бы и немного не задержаться? И что это должно значить? Не открывается. Видимо, есть какой-то другой способ это открыть. Сейчас мы его опробуем, только соберем все, что здесь валяется. Задание потом. А вот то, что нам может пригодиться для задания, вот это надо прям срочно. Только очки умений и ничего особенно полезного в данный момент. Так. Похоже, это может сработать. Но где остальные? Похоже, придется лезть под землю, Ада. Похоже, придется. Ну а что еще делать? Ты же у нас расследование ведешь. Тебе нужно куда только не лезть, чтобы узнать правду. Закрыто. И оружие на другой стороне. Так что по-любому туда надо попасть. Что у нас тут? Янтарный ключ. Красивое слово, янтарный. Тот же цвет, что и у сундука, который я только что видела. Ах ты нехороший, а? Вы посмотрите на него, обязательно надо было пакость сделать. Ключ был прямо перед нами. Спасибо зомбику.
Ну, хоть снайперскую винтовку нашли, и то ладно. Так, думаю, что этого достаточно. Это головоломка, даже и не головоломка. Вот еще одна. Так, ток я пока к нему подсоединять не буду. Нам надо замкнуть цепочку. Что самое страшное, вот этими трупами. Ну, я думаю, все получится. Хотя здесь есть небольшая проблема. У нас только два кресла. Вторая часть фамильного герба. Еще недостающие части. Вот теперь мне как-то надо вот этого зомбака положить, чтобы он замкнул цепь. Только вот как мне это сделать, не убив его? Ну вот, пожалуйста, я его убила. Поздравляю тебя, Ада. Ты его прикончила. Хотя не должна была этого делать. Нам надо его положить, понимаешь, чтобы он лежал. Прямо вот на этом проводе. Плохая, конечно, затея. Бить его, но другого способа я не вижу. О, получилось! Все, замкнули цепь. Еще и дверь открыли. Чудно, чудно. Не люблю головоломки. Ну да. Получается, если стоят на платформе хоть один из трех зомби, а вообще-то они становятся на платформу все втроем, то, соответственно, пройти мы не можем, платформа проваливается. Так значит, надо как-то убрать этих зомби с платформы. Задачка, опять же, так себе. Сомнительная. Не думаю, что Симмонс предвидел зомби здесь. Здесь где-то должна быть подсказка. Блин, не получилось. Они все в доспехах. Поэтому за этот доспех мы их можем прикрепить к стенке. Вот, пожалуйста, двоих уже прикрепили. Все, воттыкнулись. Возьму это с собой. Наверняка пригодится. Разумеется, пригодится. Брать надо все. Напряженное местечко. Одна мысль о том, что это скреп, вызывает у меня раздражение. Снова на поверхности. У-у-у! Пролетелись. Снова задачка.
Хотите поиграть, а? Ну хорошо, кто не спрятался, я не виновата. И кто будет первым? Ничего хорошего. Скорей, скорей, Ада! Снова ты попадаешь в такую ситуацию. Давай же! Вот зачем вот эти зомби здесь? Да и кто додумался этим зомбакам вставить глаз и золотой зуб, а? С черепа. О, нет! Нет, только не он! Все? Так, успели. Ку-ку! Что, еще живой? Да сколько ж тебе надо? Отвали! Извращенец! Все? Помер? Помер. Один готов. Кругом одни маньяки. А, вот оно что. Оказывается, мы могли бы просто повернуть в сторону и избежать встречи с толстяком. Но я в этом уже смысла не вижу, мы и с толстяком неплохо справились. Он очень быстро загнулся. Еще один. Глаз мы забрали, теперь остался зуб. Но кто до этого додумался? Зачем нужно было вытаскивать из черепа эти части, чтобы их поставить зомби? То есть эти зомби всегда тут были? Какая-то нелогичность. Но я постараюсь закрыть на это глаза. Ну что вы предлагаете? Давайте повоюем, раз вам так хочется. У него динамит. Да что такое, в динамит попасть не могу. У меня время ограничено. О! Не повезло. Ну ладно. Повезет в следующий раз. Что такое? Я прицела не вижу. Головы не отстреливаются. Катастрофа! Он сломал голову. Чудно, чудно. Идем дальше. Искать этого мужичка с одним зубом. Нет, неужели... Неужели... Вот так! Мы так быстро разберемся. А где крикун-то? Я же с... Или я его с зомби перепутала? Я не вижу крикуна. Вон он! Я думала, может, я что-то упустила. Нет! Сейчас они опять придут. Как будто мало мне проблем было. Ну да. Помер? Походу, крикун помер. Странно. Сгорел от того, что я гранату бросила. Все отвалите. Вы мне вообще не нужны. Мне нужен вон тот. С зубом. Беззубые меня не интересуют.
Не, ну раз уж очки валяются, почему бы их не подобрать? Где же ты, красавец? Иди сюда. Побеседуем. Вон он. Я предчувствую апокалипсис. Нет, серьезно? Серьезно? Они не догорают! Вот вы горите. Горите, горите. Вот ты меня интересуешь. Ха. Сломала ему голову. Нет, ну что такое? Как вы меня достали, реально? У меня просто слов других нет. Я просто хочу, чтобы вы все от меня отвалили. Хотя, с другой стороны, не ухожу, пока их всех не перебью. Нелогично опять выходит. Что? Что такое? Ха! Бежал, бежал ради этого. Не стоит это того. Ну, совсем не стоит. Так, зуб, глаз, все у нас. Ух ты. Опять стихи, да что со мной делает компания Ады? Значит, сейчас надо направо. Хм. Давайте вернем предметы на их законное место. Ты псих, Симмонс. Такой же, как эти твари. Это точно Ада. Все. Проверим мое предположение. Все части у нас. Теперь мы можем со спокойной душой отправляться наверх и... Так, и где-то в каком-то из склепов должна быть эмблема. Я помню, что была. Но вот не запомнила, где и в каком. Вот это вот проблема, конечно. Так, все склепы уже закрыты. Неужели я эмблему опять упустила, как в прошлой серии? Ну не заставляйте меня, пожалуйста, возвращаться сюда. Туда я пока не пойду, но все-таки где-то в каком-то из склепов я видела эмблему. И не запомнила, где. Так. Перед нами возникает проблемка. Я знаю, где секрет, но я не знаю, где он. Ну-ка, еще раз. Вот здесь где-то на обратной стороне должна висеть эмблема, не помню где. Ладно, давайте повспоминаем немного. Сейчас вспомню. Я, блин, вспомнила. Ой, я тормоз! Надо же просто вниз спрыгнуть здесь! И она позади окажется. Что за тормоз вселенской важности? Записывать их на бумагу, что ли, где я их нахожу? Дебора, держись, мы близко. Дебора, не отключайся, хорошо?
Ада, у тебя вид, будто ты призрака встретил. Ада, что тут происходит, черт возьми? Все сложно. Но это не то время и не то место. Как всегда, эти мостки долго не продержатся. Надо спуститься на нижние этажи. Прости, Дебора, это все моя вина! Елена, отойди от нее! Стой! Не стреляй, пожалуйста! Ау! Все равно зацепила. Стреляй, не стреляй, но Елену спасать надо. Готовая! Ну что, Леон? Дебора, где ты? Снова нас с тобой объединяет общая проблема. Пошли. Уж как-нибудь разберемся. Лекарство это хорошо. Лекарство всегда хорошо. Леон, помоги. Вот. Кольцо? Не пойми меня неправильно. Тебе все станет ясно потом. Ладно. Вот откуда Ада взяла это кольцо. Мы же его в склепе нашли. Откуда она узнала, что оно пригодится Леону? Или она специально искала такой момент, чтобы кольцо ему подарить? А тут такой шанс идеальный. Какая загадочная, странная женщина. Осторожно! Она сильна! За собой посмотри. Ох! Какая горячность! Слышь, Дебора! Хватит кривляться! Дебора! Дебора, Дебора, Дебора. Какое интересное имя. Я, кстати, его... Если она дорога тебе, ты должна прекратить ее страдания. Не может быть! Это какой-то кошмар! Я никогда не слышала такое имя, Дебора. О! Пожалуйста, отстань от нас, Дебора. Мне бы сейчас пистолет. Причем нормальный, а не пистолет-пулемет. Который практически не мощный вообще. Воздух только сотрясать им. Да что такое? Отстань! Отстань, пожалуйста! Пожалуйста!
Вот ведь привязалась, а! Вообще привязалась! Мстит Аде за то, что она это сделала? Ну, наверное, Ада, как и я, считает, что после такой мутации гуманнее было бы их добить. Этих Джаван. На самом-то деле, мне их даже отчасти жаль. Это же разве жизнь? В постоянном подчинении. Тем более мы не знаем, какие потребности они еще испытывают, помимо всего вот этого. Судя по их агрессии, их психика устроена немного иначе. Ну что, все что ли? Да нет, не все, я никак не могу отстрелить ее вот эти наросты. Она все время крутится, вертится. Крутишься, крутишься, день ото дня. Как в моей песне поется. Ну? Да где она там наверху? Эй, вы там, наверху! Отзовитесь! Там у нее в голове еще что-нибудь есть? Еще кто-нибудь там есть? Так, теперь мы с Хеленой. Нормально. Давайте сразу все скомбинируем. Ну пошли, Хелена, что ли? Ада, Хелена, мне нужна помощь. Чем больше все меняется, тем больше остается прежним. Поддерживаю. Ада, как никто другой, это знает. Зачем ты отстреливаешься? А, ну да, я все равно, когда же за Леона играла, я всех там убивала. Но я прикрываю как могу. По-другому не могу. Ну что ты там? Зачем я по нему стреляю? Он все равно уже не угрожает Леону. Леон, Леон, Леон. Баловник. Так. Что я хотела сделать? А, уже ничего. Он уже крутит этот рычаг. Ну что, поехали? Все на борт. Круиз для троих. Будем надеяться, что это будет наш экспресс отсюда. Я бы на это не рассчитывала. Действительно, слишком уж все было бы просто. Ребята, просто прилягте. Остановись, Дебора! Это же не ты! Да бесполезно взывать-то к ее здравому смыслу. Дебора! Это реально уже не Дебора, все. Дебору мы потеряли.
Только не говори, что ты все еще плачешь. Она пыталась тебя убить. Думаешь, я этого не знаю? Не груби, Ади. Она опытнее. А помоги, что ли? Кто-нибудь! Ну, помогите! Спасибо, Хелена. Мое отношение к тебе резко возросло. Да что, никак попасть не могу. Спрыгнула. Ой, ё-моё! Всё, дорога свободна. У нас ружьё заряжать нечем. Это очень плохо. О, нет. Разогнались не по-детски. О! Лучше пока не вставать. Лучше не вставать. Ну, тут осталось-то всего ничего проехать. Дебора, ну что ты делаешь? Угомонись хоть немножечко. О! Леон, помоги мне! Дебора! Скорее, нужно отстрелить эту фигню у нее! Это было удачное попадание. Дебора! Хелена! Хватит слез! Я отомщу за твою смерть! Прошу! Прости меня! Он мне за это заплатит. Посмотри на меня. Все будет хорошо. Смотри, смотри на меня. Все будет хорошо, ясно? Только глаза не закрывай. Помоги мне. Я тебя отсюда вытащу, Дебора. Дебора, посмотри на меня. Мы отсюда выберемся. Нет, нет, отпусти ее. Только не ее. Сестренка. Возьмите меня, пожалуйста. Я все сделаю. Пожалуйста, прошу, не трогайте ее! Дебора! Я не знала, что делать. И я ему помогла. Помогла Симмонсу нейтрализовать охрану президента. Да, это очень похоже на Симмонса. Но зачем он все это затеял? Долгая история. Мы решились поиграть с людьми, которые на самом деле управляют нашей страной. И если ты сделаешь неверный ход... Как ты себя чувствуешь? Может, спустишься и посмотришь сам? Думаю, справлюсь. Но там есть кое-что, что я хочу тебе показать. Снова твои игры? Не совсем. Просто кое-что, что, я думаю, тебе будет полезно знать. Отправляйся в лабораторию. Ну ладно. Почему бы и нет?
Там Леон с Хеленой уже ушли? Да, уже смотались. Все разговаривают по телефону, все такие деловые. Слов нет. Что интересно, у Ады те же самые боссы по игре, что и у Леона. За исключением одного только, мне кажется. Но об этом пока рано говорить. Не буду пока это анализировать. Мы до этого момента еще не дошли. Ну, поехали, что ли? Это же еще не все. Нужно еще кое-что закончить. Лифт, лифт, лифт. Как же я это не люблю. Тем более тут все такое ветхое. И совершенно неухоженное. Жердяй! Жердяй! Все в укрытие! О, ай-яй-яй, отвали! Отвали! Ну вы посмотрите на это существо, а! Ему все равно, что я по нему стреляю. А, до поры до времени ему было все равно. Здесь целый склад толстяков. Обалдеть. Выстрела с винтовки ему не хватает. Это нормально? Ты куда? Куда прешь, слышь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Какая тяжелая ситуация! О, какой он здоровый! Сдалека вроде не так видно. А тут прям близко подходит. Оставь меня в покое! Что, все? Все? Все, завалился. Можно и зарядиться по-человечески. Ой, какой кошмар. Такие отвратительные создания. Эти большие зомби. Думать не хочу, что будет, если они схватят. Надеюсь, никто не против, если я это заберу. Не знаю, как насчет всех, Ада, но я лично не против. Потому что это поможет и тебе, и мне разобраться с данной ситуацией. Не поняла? Мы что, в сказке «Три толстяка»? Сколько можно, а, ребят? Просто скажите мне, сколько можно? Вы меня достали. Все, завалился. Убила я его в воде. Не знаю, смогу ли я раздобыть сейчас. Нет. Не получила я за него бонус, потому что я его еще в воде убила. А Ада в воду не спускается. Наверное, очень грязная, а Ада у нас брезгливая. Но я ее понимаю, я бы тоже туда не спустилась. Мало ли, что там в этой воде водится. Что, еще один? Где этот жердяй? Где жердяй? Где он? Да нет, реально, что ли? Обалдеть. Даже забавно. У нас так много стрел. Надо же на кого-то их расходовать. Какой он противный вообще, у меня слов нет. О!
Ох, Леон, надеюсь, ты не спрыгнул вниз. Надейся. Надейся и жди. Ты Леона знаешь. И прекрасно знаешь, что он спрыгнул. Потому что это Леон. О, нет. Нет, нет, нет! Ах ты. Недоделка, переделка. Нападик. Все, помер. Так, что тут у нас дальше? Еще очки. Но мне уже покупать нечего, я уже полностью улучшила защиту и мощность оружия. Уже просто лучше улучшать некуда. Отвали! Нехорошее создание. Симпатично здесь все это смотрится. Ну-ка я еще раз пробегусь, ничего ли я не забыла. А то у меня такое чувство, что реально забыла. Теперь, когда я в эту игру уже играю достаточно долго, моя внимательность постепенно улетучивается. Хотя игра не такая уж и длинная. О! Вот это дело. Совершенно другое дело. Теперь наверх. Вот мы где и оказались, собственно. Тут так много этих куколок. Играла я здесь всего один раз. Так что... Наверное, не стоит это трогать. Хм, похоже, кто-то это только что использовал. Играла я здесь всего лишь один раз. Поэтому, если здесь есть какой-то простой способ решения проблемы с этими куколками, можете мне об этом рассказать. Ну да ладно. Я решу эту проблему старым добрым методом. Обнаружено отклонение. Лаборатории будут заблокированы до полной проверки систем безопасности. Бежать некуда. Что ж, значит, начнем уборку. Да, да, давай приберемся здесь немного, а то здесь слишком много мусора, понимаешь ли. Блин, отвернулся. Там на спине у него, судя по документам, какая-то ерунда должна быть, что в нее попадаешь и напад помирает. Но ведь в нее еще попасть надо. Так, кто следующий? Я буду убирать их по очереди. Вылупился или прибежал? Вылупился, прибежал, вылупился, прибежал. Жребий кидать. Помер. Помер, значит, не опасен. Кто здесь есть еще? Идет. Нарисовался. Куда идешь, а? Сейчас еще эти куколки вылупятся. Вот вообще весело будет. У меня предчувствие, что сзади кто-то был. Да, так и есть. Так что лучше меняем позицию.
Их здесь не так много осталось. Со всеми справимся. О! А! Это больно. Нападики! Да сколько здесь этих штук? Не так уж много. Все будет нормально, Ада. Ты только не паникуй, хотя кому я говорю? Во, попала в самую больную точку. Ада — это та самая женщина, которая не изменится в лице, даже если метеорит упадет. Ей просто на все, все равно. Иногда мне хочется, чтобы меня также не заботили какие-то проблемы. Хорошая черта. Отвали! А этот вылупляться не собирается? И остался всего один патрон винтовки. Слушайте, а может можно было током их убить? Наконец-то. Ну что уж теперь поделать? Ладно уж, какая разница? Все равно патроны мы еще найдем, у нас есть умение шанс выпадения патронов. Выглядит совсем как я. Неудивительно, что Леон запутался. Понравилось представление? Да, многое прояснилось. Что ты хочешь сказать? Поправь меня, если я ошибаюсь. Но разве это не ты на этой записи? Ада. Это ты стоишь за Нео Амбреллой? Я вообще не понимаю, о чем ты. Симмонс не такой идиот, чтобы раскрывать свои карты. И он, и его семья хотят лишь одного — сохранить и укрепить созданную ими систему. Но ты... Ты хочешь уничтожить ее. И весь мир накажет тебя. Она хочет поиграть? Пусть поиграет. С настоящей Адой Вонг. Кто это? Старая подруга Симмонс, Ада Вонг. Ада? Отбросим любезности и перейдем к делу. Это моя близняшка, которую ты вывел. Только что сообщила мне, что собирается уничтожить мир. Что? Похоже, гонка началась. Посмотрим, кто придет первым. Что-то я немного не поняла. То есть получается, что все это время вместо Симмонса с Адой связывался ее клон? Это как так получилось? Я совсем запуталась с этой компанией. Давайте зачитаем документы. Ада и Дерек.
Дерек Симмонс верит в то, что главное в мире – это стабильность, и его организация, которая называется «Семьей», готова поддерживать стабильность любыми средствами. Когда Дерек впервые встретил Аду Вонг, его обычно логический подход и невозмутимость дали трещину. Шпионские таланты Ады были непревзойденными, а задания, которые она выполняла, помогали Дереку достичь определенных целей. Но их сотрудничеству пришел конец, когда Ада узнала, что за уничтожением Раккун-Сити стоял Дерек. Понимая опасность работы на такого человека, Ада покинула своего нанимателя. С этого момента Дерек с маниакальным упорством пытался вернуть Аду. Возможно, он к ней привязался, или же Ада была единственной женщиной, чей ум мог сравниться с его собственным. Как бы то ни было, он приступил к выполнению своего зловещего плана. Выжженная земля. Операция уничтожения бациллы называется ракетный удар, который армия США нанесла по Раккун-Сити в 1998 году, чтобы остановить распространение инфекции. Решение стереть с лица земли город с населением более 100 тысяч человек, уничтожив как зараженных, так и оставшихся в нем здоровых людей, принял чиновник Дерек Симмонс. Раккун-Сити был его опытной площадкой. Дерек считал, что в будущем мир откажется от традиционного оружия и перейдет на биологическое. Произошедшее в Раккун-Сити убедило его в эффективности такого оружия, но ему нужна была гарантия того, что никто и никогда не узнает правду об Амбрелле и ее программе по разработке биологического оружия. Стремясь поскорее разобраться с этим, он смог убедить наиболее радикальных членов администрации президента, что Раккун-Сити должен быть уничтожен ради безопасности нации. Желая показать миру и сомневающимся чиновникам в правительстве, какую угрозу несет биооружие в руках террористов, Симмонс спланировал атаку на Толл-Оукс. Кроме того, во время операции был убит президент Бенфорд, который собирался открыть миру правду о Раккун-Сити. Заметка из лаборатории. «Моей дорогой Хелене, прости меня. Я была плохой сестрой, но ты все равно любила меня. Прости меня за все. Мне что-то вкололи, и теперь я теряю память. Забываю, кто я такая. Забываю тебя. Я не хочу этого. Знаешь, я всегда любила тебя. Я не хочу расставаться с тобой. Надеюсь, ты найдешь того, кто полюбит. Не хочу забывать. Люблю тебя». Визгун. Визгун – это зомби, который может подзывать других зомби, издавая громкий звук, определенным образом действующий на их органы слуха. Нервная система зомби также реагирует на этот звук, заставляя их вести себя более агрессивно. Но если что-то приведет к искажению издаваемого визгуном звука, его частота может перегрузить отвечающий за слух отдел мозга зомби и уничтожить его. Итак, получается, что изначально Дерек с Адой не связывался. Ну, я говорю еще о первой главе. То есть все это время это делала клон Ады? Я совсем запуталась, реально. Но если бы Дерек узнал, что какой-то там ракетный удар будет произведен на какой-то город, соответственно, мировой порядок был бы нарушен, он бы просто с ума сошел. Он бы сделал все, чтобы это остановить, а не так спокойненько связывался с Адой. Ну, лично как мне кажется. Потому что когда Ада ему позвонила, он такой: «Кто это?» Ой, все, все, у меня перегруз идет. Увидимся в следующей серии, а пока спасибо всем за внимание, за просмотр. С вами была Миссионер Джейн. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Посетите мои творческие страницы ВКонтакте и на YouTube. Ссылки найдете под видео или в шапке канала. Еще раз спасибо всем огромное за внимание и до новых скорых встреч, друзья!